dvhub.ru. Сегодня было вынесено решение апелляционной инстанции об отказе истца гражданина хабаровчанина в взыскании Роснефти из-за некачественного бензина, поломки машины из-за некачественного бензина. Мы с решением суда не согласны, и были представлены в суд доказательства того, что и бензин некачественный, согласно паспортов заправок, которые предоставила Роснефть, и паспорта руками исправляются, какие надо показатели, те они туда и вписывают. И сами они признали, что да, поломки машин были из-за их бензина, пожалуйста. Наверное, в природе не существует доказательств, которые против Роснефти суд готов принимать. Просто не бывает их в природе. Роснефть должна выиграть суды всегда при любых доказательствах, при любых обстоятельствах. С решением суда не согласны. Будем обжаловать в кассационную инстанцию данное решение. dvhub.ru